Хеллоу, ребята, с вами Фибоначчи. Мы продолжаем прохождение Braveland Heroes. И, блин, мне капец как не хватает ни на что денег. Я вот не знаю по поводу экипировки. Я сейчас взял все, поснимал своему персонажу. Ну, а зачем она нужна, если у меня и так по лидерству ничего не хватает? Я просто думаю, может быть, из-за этой экипировки и сложность где-то увеличивается. Просто если я все это одену... Ты че? То оказывается... Я еще хреновую тьму армии могу себе... запхать. А у меня ее все равно нет. То есть, ну куда? Поэтому я даже не знаю. Ну ладно, сейчас пока оставим. Сгоняем сразу, подуэлимся. Задание там сложное. Ой, дуэлиться так много. Ну, один раз. Я уж думал, ничего не найдется, потому что, блин, сейчас я пытался рейд найти, не нашел. Фига. Пять убил? Ты че, дядь? Борзой, что ли, такой? А если я? У меня есть вот такая еще. Она невыгодна будет, да? Чего? А, погодите, вот. А кого? На мне надо поваров убить, наверное, первых. Я понимаю, сейчас он будет жрать свою фигню. Но все равно. У него армия сильная. Этих 30, 13, 21 танк. У него весьма-весьма сильная армия. Нет, метка. Ну вот он собирается. Он взял их, уже убил. Единственных моих магов. Сейчас этот будет ходить. Надо, чтобы он не добежал. Значит, надо сюда ставить скелетов. И их там расстреляют к чертям. Три стрелка. Блин, мне надо до стрелков добраться. Но это сейчас повар побежит. Но что он там сделает? Они его там раскатят и вынесут. Пошел. Так. Этот ходил, да? Кинем сюда этот. Правда, его сейчас вынесут уже. О! Поварят почти убили. Ну чё, начинаем их мутузить, как говорится, да? Мы сделаем кому-нибудь ускорение. Ускорение надо сейчас будет делать. Кого? Снайперов? Или же лучников? Если я сейчас буду еще думать, то никого не вдарю в итоге. Снайперов. Нас, скотина. Ворот. А вот ему, наверное, ускорение. Или что? Или этому ускорение? Это сейчас будет раз, два, три. А из них все равно никто не дойдет. Поэтому никаких ускорений. Ай-яй-яй-яй-яй. На тебе. Безумие. Иди. Ты, наверное, пропустишь сейчас. Вот надо было ему ускорение все же. Скелетов теперь гасят. На, тварь. На этим он, видите, пропустил. Специально. 10 стало. Так. Ну вот, надо было ускорение тогда делать. А в принципе, я должен их побеждать. Сейчас заблочим этих... Да этот сейчас заблочит их. Топ. На. А я блочу. Снайпер. Да, я выиграю их сейчас, изи. Че тут? А поначалу, да, показалось, что типа все хана. Судьи куплены, все пропало и так далее. Добей. Чтоб мы сейчас резнули. Ну вот. Какое дело. Всего лишь повару добежать надо было. Гаси. Давай-ка. Подымем пацана. О! А, нормально.
Нормально. Так, все 7 стало. На, скотина. Да нифига вы мне уже не сделаете. Ускорения нету? Нету. Плохо. Потому что этот козел не ходил. Ну и чё, пойти ему помочь? А, вон там изи справится, нормально все. Ну-ка. 5, 3. Сейчас тот зайдет туда. Нафиг тогда. На, гад. Магический урон. На, гад. Ну-ка. До свидания. Да, все, я легко его выиграл. Я вообще ни одного PvP еще не проиграл. Ни одного. Сколько? Всего 2 звезды. Капец. 4 таких PvP, но это долго. Плохо, что я левел взял. Сейчас, значит, за ресурсы бойни будет сильнее. Одного стрелка. Классно. 5000 это мне, конечно, поможет. Вот сюда я не смог найти. Давайте еще раз попробуем. О, нашелся, нифига. Я до этого долго ждал, никого не нашел. А сейчас кто-то нашелся. Ой, да мы просрали. Хотя армия-то соперника слабая. Все зависит от нашей армии, да? Какая у нас армия, такие враги против нас, оказывается, будут. И что, он сейчас проход перекроет? Стрельнуть нечем. Ну тем, значит, будем пропускать. Иди. Как привет сказать, я уже забыл. Пропускай. Да-да-да-да-да, я его и пытаюсь. Мы... А, так, вон там привет, да? Привет, так. Ключи. Стреляет. А, ну у нее там ограниченное количество лечений вроде как. Какой сильный вот этот. Сразу тпшится вперед еще по этим. А, они мы его заморозили. Да ладно, блин, офигели что ли? Этот заморозил. Блин, а? Да мы проиграли, походу. Если бы у меня тут не стрелки попались. Ну, 5 осталось. Да не из кого еще пока поднимать. Надо бы, наверное, этот как его сделать. Безумие. А не на кого. О. Давай, убей. Молодец. Я его убил. Все. Так. Это было ожидаемо, что лучник стрелит. Так, пора мне воскрешать скелетов. Не воскрешать, а поднимать скелет. Повара бы попались лучше тут. Сейчас бы туда бы добежал. Как этих вампиров убивать? Девять всего. А так, побей. На, тварь! Замедление это было? Лучников как долбануть бы кто-нибудь хоть раз, чтобы я ему это сделал. Ну, у него, конечно, вот эти рыцари... долбит как надо. Так, что я могу сделать? 9. Я могу по лучникам. Двоих убил только. О-о-о. А ты что такой стрёмный-то?
Да вроде как и выиграем, а вроде как и не выиграем. Если выиграем, тут бабла дофига. Ого, она лечит. Кто? Его рыцарь. У него рыцарей много. А моих он всех убивает. Убил. Ты чё, подонок, что ли? Зверский танк. Да выиграем, выиграем. Тут тупо вот этих с щитами не пробьют они. Хотя здесь маг сильно по нему будет дамажить. Что это за заклинание? Что, типа, мне к лучникам идти? А мне уже идти-то некем. Ой, мимо. Шикарно. Ух, сторон его как-то надо. Он сюда потом отойдет. Этот не дойдет. Раз, два, три. А, я скелетом просто подойду. Ну да. Значит, так. А, этот умер в это время. Да блин. Двоих нельзя, оказывается. Меня заморозили, я ничего не могу делать. Лучше бы я его бил тогда. А, у тебя еще и дальность есть, да? Капец, и ты не достаешь. Но скелет, может, отвлечет кого-то от тычки. Ух. Больно. Это ты ходит еще три. Я еще стою. Вот почему тогда сильные попадались. Потому что со мной был сильный. Один ход. Ну вот. Я не дойду. Я добью сейчас. Давай. Нет. Урона не хватило. Да что такое? Добивай. Не добил. Добивай. Ух, жестко. 3400 золота. Вот это я понимаю. Сейчас я заработал столько баблища. У меня сегодня в течение дня не было времени зайти. Вот сейчас зашел. Ткани. Подарить. Я только делаю, что дарю. Зачем они их собирают, я понять не могу. Отряды стрелков. Выполнено. Еще 1000. Бандитов. Уничтожьте выживание 10 отрядов. Я не знаю, как это, сколько раз там надо придется сыграть, чтобы 10 отрядов уничтожить. А здесь, да, это еще многое. А тут, оказывается, меня лупят, пока я офлайн. Меня гоняют туда-сюда. Так, ну чего? Армия. Можно попробовать големов купить. В принципе, они вроде как даже неплохие. Вроде ходят три. Хотя я в этом не очень уверен.
А менять на кого? Ну кого-то надо уже убирать. Вот этих рыцарей. Побей всех они. Или вот эти слабей. Сколько тут? 60 инициативы. У этих 90. Два рыцаря, как три тех. Но те неплохо со скелетами. Ладно, тут надо подумать сейчас. Я не знаю, сейчас опять все бабло потрачу. Я купил сундук. Там говно выпало. И эти, в принципе, нравятся. И големы нафиг не перлись. Они такие дорогие еще. О, 6200. Блин, 6200 за одного. Ну что за прикол-то? 9. Вообще их вот на этих, да, менять? 4330. А если так? 240. А если вообще так? 290. Ну и что, без скелетов оставаться? Вроде как показывает сильней так армия. Не намного, но... Так, пошел нахрен. Ой, а чё, я вообще не оставил этих себе? Стрелков нету? У меня же ни одного стрелка. А нужны ли они вообще? Без стрелков будем. От него толку. Приключения. Все, пора кампанию дальше проходить. Конечно, вот это, все вот это надо позачищать, пойти вот сюда сгонять, забрать этих. Я уж забыл, кто у меня вот там в армии продается, вот здесь. Давай, сколько? 2000? 1500? Одна фея. А. Очень все дорого. Где столько бабла-то брать? Где люди столько бабла берут? Рыбу половить. И золото 100. Так. По идее, надо защищать и это, и... Ну, это, наверное, уже после. Либо уже завтра. Нет, сейчас, но я быстренько. Хотя парочку зачищу. Вообще, надо вот убивать волны. Ну, вернее, как количество отрядов. Здесь же на выживание. Да, как можно дольше. Но я только, наверное, два убью, потому что они очень сильные. Если бы у меня по лидерству тоже были бы персонажи, я бы, наверное, что-то сделал. Один стрелок. Так, ну и что, можно с вот этой стрелять. 210 физического урона и соседям. Только зачем тут соседям, если их надо по одному убивать? Не, вообще, убить всех пятерых. Просто добить всех до малого количества. Там хотя бы по 5 оставить. И потом за раунд как-то всех их вынести, пока нас не размотали. И так надо сделать будет как-то дважды. Пока все пропускаем. Сейчас лучники начнут... Лучник начнет стрелять. Этот у нас... Да, он у нас не это. Не Алёша. Не умеет стрелять. Ну, попёрли. Голем. А у него вот это... Ой, завершает ход? Не завершает ход. Хорошо. Его можно отдать на расправу. Пусть они его там пытаются гнобить как-то. Но вряд ли они его будут пытаться гнобить. Иди. Чё делать? Только в бой идти. Смотреть на них, что ли? Так вот, я как-то неправильно пошел.
Этот поджигатель там обойдет с той стороны. Все ходят по два. Прям скелета. И вот этого. Ну а что, бить мага? Да, бить мага. Ворот. О, собака взяла, туда пошла. Сейчас еще раз. На. Теперь без ответки. Этот не доходит. Если пропустить. Я не понял, ты бьешь физатакой. Это у тебя магический урон. Ну да. А, так этот стрелок считается. Вот в чем прикол. Я могу сделать кому-то ускорение. Раз, два, три, четыре. Я сейчас ему делаю ускорение. А следующий скелет у меня ходит. А голем не при делах. Куда голема девать? Голема надо было туда отправлять. Только скелет вот сюда подойдет. А этим вообще пропускать. Не, ну надо этого стрелка-то бить. Голем не при делах. Пока. Хотя его надо было первым вообще туда отправлять. Ну, скелетов избили. Теперь они не нужны. Иди туда, вон. Ну тебя. Ну. Так, ну а что, повару либо себя лечить? Тебя, конечно. Скелеты тоже сами себя вылечат. А здесь кого? Собаку начинать пинать? Этих 15 осталось. Собака сейчас ответку как фигачит. Ну вот, что лечился, что не лечился. Вот, этих 5 осталось. Все, их можно в принципе не трогать пока что. Вот так, бах. Бах. Урон по ним сильный проходит. Так, ну-ка. Да. О, 27. Так. Там ответка уже была. Кого он будет бить? Они этого сейчас будут, повара. Голема они трогать не... Нифига. Голема они трогать не будут. И голема трогает. О, появился. Блин, убили. Мы не должны были его убивать. Так рано. На. Так, держись, братан. Кто? Вон там один умер. Давай воскрешай его. Погоди сначала. Этот поджигать будет. Но все равно пока есть шанс резнуть по зомби магической атакой. На, тварь. Ответка. Так, скелет. Давай, гаси скелета. Лучников убивать проще всего. Голем. Ну, блин. Что-то сейчас как-то слабо. Волка бил сильно, а этого слабо. На. Блин, уже убили рыцаря. Практически. Ну, неважно, пропущу я или еще что-то сделаю. Надо бить зомби. На. Вот этих всех четверых надо будет убить. Как раз 5. Хотел убить 5, вот и получится 5. Стоп. Может этого? Давай этого. На! Заблокировал проход. Так. Ну вот, маг рядом с големом. Блин. Скорость? Нет. Но есть. Ну давай, мага, пробовать. Вы его вряд ли, конечно, убьете. Их 46. А что, их все больше и больше, да, с каждым разом? Он себе, он по тебе будет сильно это разбить. Thank you.
Он вас всех вынесет. Всех троих. Я сейчас в итоге ни зомби не убью. Ни этого не убью. Никого не убью из них. Сейчас они как начнут ходить. Убил? Убил. Зомби появился. Вот этого убить как-то. Скелет-то надо в помощь. Ага. На. И силы туда. Они его там не пробьют сейчас. Повара туда как-то запхать. 4. Не, этого не вариант. Вот, от скелетов уже ничего не осталось. И там убили всех. Давай! Повареха должен добить. Живи, бро. Пока пропуск. Тварь! А, треснулся. Давай! Да блин! Один остается. Убил! Молодец! Че, вон того есть вариант? Ни одного варианта. Ни одного шанса просто. Не вариант. Все, ну пятерых я убил. Еще раз так же надо. И задание выполнено, и получу 3000. Нормально. 823 минус 274. Также еще раз, но уже не сегодня, потому что меня это бесит. Все, погнали. Сюжет дальше, чтобы больше всякого этого было открыто. Я понимаю, там бабки дают, но блин, за сюжет тоже бабки дают. Стоять! Вы находитесь во владениях культа пламени. Все нарушители будут пойманы и казнены, хотя вы-то до казни вряд ли доживете. Да что ты говоришь? Команда без стрелков лучше всех. Ну, этого я знаю, это у меня такой же. Ага, у них еще алтари. А, атакующий. 80-100 урон. То есть, по сути, их 70. Ой, их 7. 70. Этого убить. Я что-то не понял. А троих убил? Их 5 было? Мне что-то показалось 2. Почему ты раньше скелетов всегда ходишь? Потому что ты хмырь наглый просто, да? Блин, ну нифига! Урона-то! Ненормально вообще. Минус. 100 здоровья, а он потратит 100 урона. Да. А там не 100, там 300. Черт! Хоть кто-нибудь промахнитесь. О. Так. Горение. Лови. Ну кого? Либо его убить, либо алтарь. Алтарь иди ломай. Алтарь бьет сильнее всех. Да, слишком у меня танков дофигища. Прям вообще еле все ходят. Да убить алтарь, он же сейчас будет ходить. А! Если бы я знал, что так получится. Лечи. Да я что, я не знаю. Никто никуда не доходит. На. Один повар мне тут из всех нравится. Ну и скелеты нравятся. Остальные мне вообще не нравятся. Может, дойду до какого-нибудь квеста, дадут нормальную армию. Там опять золото драться. Здесь какой-то джин. Вот еще золото. Так, а с щитом это что было?
А, с щитом это убивать боссов, да? Это как раз классная штука. Много можно бабла заработать. Но здесь, наверное, и отхватить можно. Крепкий воин. Это вот такие воины были у того. Из клана. Удар, наносящий 40-50 урона. Это с одного. Классный. Хочу себе таких рыцарей. А смысл сейчас дальше пропускать-то? Скелет не доходит. Стрельнуть все равно нечем. Можно... Не надо ничего делать. Ну да, если бы я повара ставил в другое место, он бы также не доходил никуда. Побежит убивать стрелков. Не, голем норм, голем не прошибаем. Но его маги будут убивать. Ну, 6200 за него отдавать. Извините. Дороговато. О! Может, надо этого поднять. Так, а он с одной тычки убил? Вот у меня в одной компании лучник подошел и в упор так вдарил. Специально, чтобы сдохнуть. И от ответки умер. А теперь этот не добежит. Но он со следующего хода добежит. А. Не всяк. Так, вот щит. 5 боссов это. 10 боссов. И получишь меч. Победить всех командиров, получите знаменитый красный клинок. Если бы он давал что-то помимо лидерства, еще был бы толк. Но здесь золото. В каждой битве можно заработать немножко золота. Ух, одни маги огня. Половина стреляет, больше половины не стреляют. Вот эти не стреляют. Да. Вот эти стреляют. По голему будут. А, он сейчас раньше будет ходить, чем скелеты. Они магия. Ну, я же говорю. Из-за этого придется пропускать. Лучше ускорить голема. Он дойдет и врежет. А этот все равно не дойдет. Раз, два, три. Вот. Во. На, тварь. Повар один их всех перебьет. Сейчас еще подхавается. Ну-ка. Надо было шажочек вперед сделать сначала. Забыл подхаваться. Но в принципе я их сейчас все равно не убью, наверное. На. Грязное создание. Кого покоцали? Из нежити, кстати, никого. Все целые. О! Сдох один. Надо было лечить. Этот сейчас, да, умрет. Ну ладно, чё ж. Мог вылечить, мог без потерь. Потеряю монетки 4. А, тут вообще золото не дают. Оу. Идите вы тогда. Я пошел за золотом. Вот здесь я ни разу не проходил. Вот сейчас я верю в то, что я пройду. У меня сильный состав. Твари. Как раз без стрелков. Потому что этот гребаный монах со своими телепортами всю жизнь испоганит, падла.
Так, ну и что, стреляем мы по кому-нибудь из стрелков, правильно? Хотя зачем мне стыка по кому-нибудь из стрелков? Они не сильно сейчас постреляют. Нет, они постреляют-то нормально. Мне лучше вот... Блин, у монаха защита. Ну ладно, кому-нибудь из стрелков. Тебя боюсь. Ты вообще маг. Пропуск. 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 Крестьяне всегда первые ходят. Офигеть вообще. Крестьяне. 6 инициатива. Чувство локтя. Нельзя ему преграждать путь. Повару, чтобы он дважды его отфигачил. Поэтому всеми сюда. Сейчас такая, то там куча мала будет. Ну да, они там просто сейчас. А давай ты пойдешь вот так. Во. Этот сейчас будет первый ходить. Зачем я по нему подставляться? Раз, два, три. Да, три же ты ходишь. Три. Надо, чтобы он не дошел, и все, и мы победим. Раз, два, три. То есть я никуда не иду. Почти на месте остался. А, так они сейчас повара тогда фигачить пойдут. Монах когда ходит? У тебя сколько? Пять. После этого. То есть я, в принципе, успею побить вот эту девочку, блондинку. О, ага. Видали как? Петро они придумали. И что мне делать? Брать и уходить теперь? Вон туда бежать? Они сейчас же обратно вернутся. Эта тварь больше не сможет так перепрыгнуть. Но уходит три. Или сможет? Да не сможет, там по-любому какой-то КД есть. Монаха туда бы, ой, монаха, повара туда бы закинуть. Так, все в бой. Танки сюда. Против бойцов невидимого фронта. Можно было на них сделать этот. О, безумие, чтобы своего жахнул. О, гулем. Давай. Вот это я понимаю. О, о. А ну-ка, отвалили от него. Да. Монах жесткий. Сильно дерется. А этот не добегает. Надо сделать так, чтобы ты добегал. Даже скелет добежит. Идем бить. Тварь эту вонючую. Тейтон там издали постреливает. На. Блин, офигеть их долго бить. Но я должен тут побеждать. Голем. На. Потом монах. Нам от големов уже нифига не осталось. О-о-о. Ну они правильно делают. Они берут и переключаются на других просто. Что-то я уже не уверен, что я выиграю. Какие-то крестьяне сильные оказались. Так, погоди. Кого бить? Этого? Или никого не бить? Пока пропущу, я не знаю, кого там бить. Они все одного забить не могут. Вместе с големом. Мага бить надо. Он сейчас туда будет убегать. Лечить надо вот этих. Уже сейчас. Так, пощель. Да блин, урод! Ускорение у него нашлось.
У меня не нашлось ускорения. Нас монах всех перебьет, походу. Отвали от скелета. Гнида, ты тупорылая. Смотрите, как он грамотно стал, да? Чтобы еще раз отойти и потом выстрелить. Ведь одного убить-то, а? Кого-то. На. Призвать скелетов. На, скотина. На, тварь. Да. Лучник моего повара обыграет здесь. Но помучкиться еще с ним. Ворот. Давай! Армию. Темную армию призывай. Пропуск. Убить вот этого, чтобы голем прошел. Чтоб потом прошел тот. Только ради этого. Нельзя пока. Бей. Бей. Да не трожь! Они один на один там дрались. Стоишь на месте. Ха! Скорость нету. Этот скелет туда пройдет. Пока так. Он может резнуть моих скелетов. Неужели я пройду этот, блин, гребаный уровень? Но я уже его прошел. Здесь победа. Без стрелков. Берешь стрелков, проигрываешь. Стрелков не берешь, выигрываешь. Ну все, тебе пора умереть. Вот уже и этот подошел почти. И тот он подошел. Последок еще у меня поубивать, да, народу? На. На. Пропуск. Ой. На. Жирный какой стрелок. 155. Ну, блин, 399 всего получил. Это что, все деньги здесь? И два железа. Так сложно, и... Это все бабки, которые там были? Что за идиотизм просто? А тут сейчас трех магов надо брать. То есть мне сейчас надо будет убирать, один маг вот есть. Повара оставлять. И скелетов, наверное, оставлять. Убирать вот этих двух. На место них ставить каких-то магов. 2700 я только набрал. Цветки я сегодня, кстати, не брал. Почему они 7 часов? О, 4,5, вот надо покупать. 4,5 тысячи! Герои все алмазы стоят. 5 урона всем защитникам. Они, в принципе, однотипные все эти герои. Там уже будет зависеть от того, как в будущем твоя армия. И какую армию тебе игра подкинет. А вообще надо вон целыми днями на ПВП ходить. Забирать оттуда сундуки и все. Магия. Так, у эльфов были маги. Вот эту я брал. Пираты, блин. А повара где-то продаются? Где-то я их брал. А, во, маги. Вот такие. А, во! Вообще. Тогда что, убрать феечек? Поставить этих?
И чё, я по компании прошел одно задание? Слушайте, ну бесят вот эти, да? Самое главное, игра вынуждает фармить деньги. Потому что тебе ни на что их не хватает. Левелы набираются. Два боя сыграл, левел, все, то есть нужна опять новая армия. Кого? Надо этого долбить. Или вот голема. Давайте голема. Ну что, это урон? Одного? Ну ладно. Вроде как нормально. Вот не бы 34 лучника скелета. Я бы сейчас поставил. А у меня там 24, что ли, состав себе поставил бы. И все. Ты ни до кого не доходишь. Что плохо. Камни всегда эти, блин. Ну разве что ему потом ускорение. О. А я им разу не пропускал? А, просто они раньше ходят. У вас что, 6? Нет, тоже 5. Инициатива 40. Инициатива 60. А почему они раньше? Скорость 4. Скорость 3. Скорости меньше, инициативы меньше. Почему они ходят раньше? Мне вроде писали, как-то там они по-особенному распределяются. Ну, вернее, не то, что по-особенному, а... Сначала у кого больше инициатив... А, инициативы может вкупе, да? То есть 21 умножить на... Сколько там один. Поэтому они раньше зашли. Если бы у меня было этих 20, мои бы ходили раньше. А не инициатива одного. А я думал, инициатива одного решает. Как мне их вообще-то убивать? Волков-то этих. По 20 штук. А почему сильный урон? Вы кто вообще? Бойцы. А, вон танк. Все, да, нормально. Че, поджарить волка? Надо было отойти, наверное, сначала. Ну, скелет нормально волков пинает. А с этими что делать? Вы посмотрите, они как грамотно становятся. Я ничего им сделать не могу. Это сейчас будет отходить, стрелять. Друг друга перекрывают. Да надо волк убить. И скелетов тату. Лечись. Ворот. Ворот, поворот. Угу. Можно стрельнуть заклинанием. Только в кого? Теперь, наверное, в этих. Вон подольше тут прожил. Давай, призывай. Очень грамотно они играют. Даже взять те же герои 3, там... И намного тупее был. Они так грамотно не вставали. Перекрывать, отходить. Вот этот вот, видите, он стоит специально перед ним. Чтоб тот мог дальше отбегать, отбегать и отбегать. На! На! Теперь бежать некуда тебе. Но у меня уже и поваров почти не осталось. Убили. Все, идет смерть ваша, ребята. Опа. На. Попр жив. Но мне кажется, он все равно не доживет, раз они его добьют. Мимо.
Живи, поварёха! И мы в тебя верим. Скелеты пришли. Можно было, наверное, ускорить. Ну да. О, минус. А, по скелетам. Ну все, поварёха живет. Только сейчас от ответки помрет. У ворот. Ништяк. Тебя ускорять смысла нет, все равно не дойдешь. Да ладно, ты его хочешь добить, что ли? Мимо. Ну-ка, погоди-ка. Иди-ка отсюда. Будем тебя пинать еще, в общем, полчаса. До свидания. 834 минус 160. Да. Долго. Долго это все долго проходить. Где армию брать, блин? Уровни так быстро растут. Так, ну это доделать завтра, и до грабителей тоже завтра. Блин, а они долго будут восстанавливаться. Ну может сейчас добью что-то. А, так я же не смогу сюда еще раз ходить. Да, только завтра. Разве что вот тут грабители могут быть. Нам надо просто глянуть. Зомби. Тут тоже, наверное, вряд ли. Почему? Вот он. Ну, давайте быстро их. А приходуем. Правда, сейчас все бои не быстрые, сложные. И этот будет нелегкий. Она еще и пропустила специально, чтобы выстрелить. Как будто я к ней буду подходить. Вот это вы почему-то присануть, он же сейчас... А что у меня за армия? Я не поменял. Это будет проигрыш века. На. Кого поджарить из вас? Она стреляет на две клетки, да? Я ее могу поджарить спокойно. Пусть она горит. Так. Близко не подходим. Ты ходишь 3. Ну, ты можешь себе скорость сделать. Причем плюс 2, если я не ошибаюсь. Ну да. Чутка просто подходим. У меня слишком дофига стрелков. Мы сейчас, наверное, скорее всего, проиграем. Разбойник сейчас побежит к стрелкам. Ну, к магу. Ты хочешь 4, правильно? А чё я? Я сам побегу к стрелкам. К их стрелкам. Ты чё, дурак? Это у неё был уже полноценный ход? Да. Полечимся. На. Кусок. Ой, хорошо как. Сейчас будет больно. Ой, как хорошо все вышло. Ну кого, разбойника? Этого добить. Да пофиг, что ты там постреливаешь. Ой, все, убил их. Нам надо было скелетов. Хотя тут еще полно народу. Ой. Ну-ка.
Ну-ка. На. Умер. Это сейчас убьет. Так, черти еще не ходили. На хилку. Пропуск. Ты отходи просто. Ты хиль. Ну его, все в него. Во. 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 Только сразу двоих еще потерял. Че лечил, да? Ну ладно. Меньше потерь, больше солд. 27 всего у меня отняли. Ну, да. Это был грабитель. Хорошо. 2000. 2000. Что я куплю на 2000? Правильно. Ничего вообще. Просто ничего не куплю. Ничего не куплю. А, вот. Или свиток заклинания. Да какое заклинание? Армия, конечно. Там еще, если бы свитки сюда падали... Да что за бред? Если бы свитки сюда падали хотя бы на моего героя, сколько у меня нежитей? Лучников. 27. Мало. Половина из доступного. Ладно, ребята, что ж... Дальше продолжим уже в следующей серии. Ну, а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.